Сын брата, представляете? Сын брата. Всем привет, здравствуйте! С вами братья близнецы. Всем привет, здравствуйте! Меня зовут Геннадий Горин, и со мною брат Гешка. Рядом находится Гешка. Но еще у нас есть брат третий близнец. Нас теперь трое. Братья близнецы. Трое нас, итак. Ну вот вы сейчас смотрите, и потом вы удивляетесь, что нас трое. Почему трое? Это встреча такая. Итак, я хочу вам рассказать одну встречу, как это мы увидели третьего брата-близнеца. Итак, брат. Третий близнец. И вот, я и мой брат Гешка Горин, мы-то пошли гулять в город по Кудаглу. Походили там мы. Походили. Потом это мы пошли в парк. Посидели там мы в парке, погуляли. И вдруг это мы видим в парке одного человека. Тот человек похож на нас. Мы просто удивились сами. Почему это он похож на нас? Потом это мы решили подойти через 5 минут к этому человеку. Вот это мы-то пошли. Кто ты? К нему и также это мы спросили, как его зовут. А он из-за мы, братья, просто на нас посмотрел и тоже удивился, что мы похожи на него. А зовут, вот, потом и там, он нам это сказал, его зовут Геник, Геник зовут, представляете, Геник Горин его зовут. Вот такая была встреча. Потом там я сказал ему, что меня зовут Геннадий Горин. Мой это брат, близнец Гешка, тоже сказал, как зовут Гешка Горин. Верно! Что Гешка Горин, мы братья, тоже посмотрел на нас и сказал, не может быть, вы, братья, близнецы, вы похожи на меня. Вот такая была встреча. А потом это мы поняли, что мы... Братья, близнецы, нас трое. Представляется, мы, братья, близнецы, нас трое. Потом это мы подумали, как это так вышло, что нас трое. Оказывается, да. Мы не знали, что у нас есть брат третий близнец. Не знали. Представляете? Потом это мы час это мы это друг друга посмотрели, походили по парку, и мы это не поверили, что у нас трое. Теперь нас трое. Вот. Вот такой это истории. Вот такая история я вам рассказал. Хорошо. Mm-hmm.